В следующем году стоимость проезда на электричках вырастет на 10%. Об этом сегодня сообщили в областном управлении антимонопольной службы. Тарифы изменятся 1 января и будут действовать весь следующий год. По закону они не могут меняться чаще. Услуги по перевозке пассажиров пригородным электротранспортом подлежат государственному регулированию. Также из госказны компании-перевозчику компенсируется часть затрат. Пассажиры оплачивают чуть больше 30% от стоимости поездки. Остальная часть покрывается из областного бюджета.